Всем привет! Это Fusion Technologies, с вами Марат. Сегодня мы расскажем о нашей новинке. Это технология Black Chrome. Данная технология позволяет получить нам темное зеркальное покрытие на любом твердом изделии. Black Chrome – это декоративный вид покрытия, и мы его покрываем финишным лаком для того, чтобы защитить от внешних климатических и механических воздействий. Плюсом данной технологии является то, что никель, он не окисляется, поэтому его легко можно наносить на внешние элементы автомобиля, такие как диски, решетка радиатора, молдинги и так далее. В данном видео мы пройдемся по всем этапам, это подготовка, химическая металлизация и финишное покрытие. Также расскажем о том, как в домашних условиях при помощи двух распылителей цветочных повторить данный технологический процесс. А теперь поехали. Итак, сейчас мы вас познакомим с процессом металлизации. Предварительно мы подготовили два образца по стандартной технологии, то есть замонтировали, прошли грунтом по пластику и сверху нашим базовым лаком, после чего высушили 4 часа. Это достаточно сделать несложно, если у вас есть навыки маляра. Если их нет, то обращайтесь, мы поможем, подскажем или научим. Теперь приступим к самому интересному. Мы подготовили нашу химию. Как ее подготовить, прочитайте в инструкции. Один образец мы подготовим при помощи оборудования, а второй образец мы подготовим при помощи двух распылителей, как бы сымитируем домашние условия. Кончиком синего пламени от него 1,5 сантиметра лучшее расстояние. По порядку покраски. Sun goes down, my spirit's free. Nothing left but our energy. Take my hand, we can go and see a world unknown. Come explore with me, no, explore with me, yeah, explore with me, no, explore with me.
Итак, ребята, вот вы увидели, как мы заникелировали при помощи оборудования один образец. Второй образец мы будем никелировать при помощи обычных распылителей цветочных. Вот таких. Вперед. Sun goes down, my spirit's free. Nothing left but our energy. Take my hand, we can go and see the world unknown. Come explore with me, no, explore with me, yeah. Explore with me, no, explore with me. Goes down, my spirit's free. Nothing left but our energy. Take my hand, we can go and see the world unknown. Come explore with me. Итак, вот мы подошли к завершающему этапу. Сейчас мы будем покрывать наши образцы финишным лаком, который сочетает в себе адгезионные и декоративные свойства, что очень удобно при работе. Приступим.
Вот наш результат. Как видите, технология несложная, легко выполнимая даже в домашних условиях. Если у вас остались вопросы по технологии, звоните, пишите, ответим, поможем. Всем удачи, до свидания. С вами были Fusion Technologies. Все готово? Ладно, давай просто в стену. Ты любишь мух сушеных и жареных клопов, отрыж.